Вы смотрите события в студии Алексей Галатинов. Здравствуйте. В Серпухове сегодня завершился судебный процесс по одному из самых громких уголовных дел последнего времени. Жуткая история о том, как ревнивый муж отрубил топором кисти рук своей супруги, потрясла всю страну. Трагедия произошла год назад, и вот сегодня 26-летнему Дмитрию Грачеву вынесли...